Наибольшая сумма в расходах бюджета, более 22 миллиардов, приходится на отрасли социальной сферы и в основном отрасль образования. Бюджет Красноярска на 2020 год практически полностью социальный. Это и есть его отличительная особенность. Правда, чтобы выполнить все задачи, пришлось немного превысить расходы. 1 400 000 000 рублей – такой получился дефицит. Это связано с реализацией нашей социальной большой программы строительства школ и детских садов, чтобы мы ни на секунду не приостановились. Потом мы дальше кому будем объяснять, что мы потеряли время на уточнение там каких-то эмоциональных вопросов. Закрыть небольшой разрыв собираются за счет кредита с минимальной ставкой в 0,1%. Но в будущем муниципальный долг планируется существенно сократить. Пока же всю расходную часть бюджета, это больше 33 миллиардов рублей, потратят на социальные стройки, благоустройство, ремонт дорог и проездов, озеленение города и многое другое. Добавлены деньги на озеленение по проектам благоустройства. И проектам благоустройства не просто дворов, но и проектам благоустройства общественного пространства. Ну и самое главное, мы добились от администрации, и администрация включила расходы на инвентаризацию в целом зеленого фонда города Красноярска, который будет проведен впервые вообще в городе, в истории города. Депутаты утвердили бюджет следующего года большинством голосов. В проекте документа удалось учесть самые главные аспекты. Нашлись деньги и на переселение граждан из ветхого жилья, и на поддержку спорта. Все это было предварительно проработано на многочисленных комиссиях. Конечно, результат – это бюджет. Очень хорошо, что он стал больше в своем изначальном варианте. Уверена, что он вырастет еще до конца года. У нас есть основания для этих надежд. И они такие достаточно существенные. Еще одной важной статьей расходов станет подготовка к предстоящим торжественным событиям. Это 75-летие Победы и 400-летие Красноярска. Евгения Шелковникова, Алексей Гусев, Енисей. Новости.